беседы с психологом. Добренький денечек, мои дорогие любители психологии и отношений. С вами Роза Неврозовна Бзик, ваш психолог. Я рада ответить на ваши вопросы. Вот они уже начинают поступать. Конечно, перед женским днем таких вопросов очень много. Вот пишет мне, вот мне до этого писала некая Изольда Хрюшкина из Нижних Мымр, а сейчас мне пишет уже совсем другая женщина. Ее зовут Изольда Хрюшкина. Она живет в Нижних Мымрах. Ну, как видите, мне пишут совсем разные женщины. Пишет она так: дорогая Роза Неврозовна, надо ли звонить мужчине первой? Ну, я понимаю, что вы... Простите, что вы имеете в виду? Надо ли звонить мужчине первой после, так сказать, ну, вы понимаете. Ну, голубушка, во-первых, не надо нервничать. Не надо нервничать. Нервные клеточки не восстанавливаются. Давайте смоделируем ситуацию. Все зависит от того, сколько стоит звоночек. Если это все происходит, дело как бы в одном регионе, там роуминг, все дела, то есть надо смотреть по ситуации. Если вы звоните на городской номер и оплата фиксированная, то, конечно, вы имеете полное право позвонить первой этому мужчине, который сам, видите ли, не звонит. Ну, а если речь идет о мобильной связи, все зависит от оператора. Ну, а если вы живете вообще в разных странах? Вы, например, в России, а он в Израиле. Он приехал на конференцию психологов международную в Россию. И потом я, ну, в смысле не я, а одна женщина-психолог, не знала, как ему позвонить. Это же бешеные деньги. Нет, ну я нашла, то есть она потом нашла его в интернете, в социальной сети, а у этого мужчины жена и четверо детей. В общем, что я вам хочу сказать? Не звоните! Не звоните никогда и никому! Ну, или звоните. Тут я вам совета дать не могу. Какая женщина! Какая женщина! Мне бы такую. Продолжают поступать вопросики к 8 марта. Вот пишет мне женщина, которая никогда мне до этого не писала. Она так и пишет: дорогая Роза Неврозовна, я никогда вам не писала и вообще не писала психологам, но ваши передачи убедили меня, что вы тот человек, которому я могу довериться. Зовут меня, пишет она, Изольда Хрюшкина. Я живу в небольшом живописном городке Нижние Мымры. Итак, мой вопрос. Дорогая Роза Неврозовна, где найти настоящего мужчину? Голубушка, во-первых,
Не надо нервничать. Ну, не надо нервничать. Нервные клеточки не восстанавливаются. Давайте смоделируем ситуацию. Где найти настоящего мужчину, спрашиваете вы? Нигде! Отвечу я вам. Где его найти? Они все какие-то ненастоящие. Даже у нас в театре, извините, не мужчины, а тряпки. Вот я прямо смотрю, как они висят на веревочке. Ну, тряпки же, башка, извините, и тряпка внизу, в которую рука засовывается. Вот. А мне бы тоже хотелось найти настоящего мужчину. С наступающим, подруги. С восьмым варта! Ой! А? Роза Неврозовна? Голубушка, не надо нервничать. Нервные клеточки не восстанавливаются.